Друзья мои, всем привет! Я в отпуске в Мексике и предлагаю вам немного вместе со мной пойти и прогуляться по побережью Карибского моря. Мексиканский город Тулум является крайне популярным направлением для отдыха. Он быстро развивается и привлекает туристов со всего света. Это пляжный город на полуострове Юкатан. Климат очень приятный, влажный, тропический и с ветерком. В Тулуме особый расслабленный стиль одежды, преобладают натуральные ткани и свободные фасоны. Сейчас давайте с вами пойдем в кафе правильного питания. Row Love называется, специализируется на безалкогольных коктейлях и подходит для вегетарианцев и приверженцев правильного питания. Мы заказали блюдо из замороженных ягод асаи, голубики и бананов. Сверху также насыпаны орехи и семечки. Действительно вкусно и невероятно полезное блюдо. Семечки, орешки. Блуберри, бананы, фисташки, тыквенные семечки. Как вкусно и полезно. Playa Tulum занимает верхние строчки рейтингов лучших пляжей мира. Но в этом году случилось нашествие водорослей. Об этом я расскажу в следующем видео более подробно. На пляже расположены бич-клабы. И когда нет водорослей, действительно картина потрясающая. Великолепные белые пляжи напоминают мальдивские, но масштабы совершенно другие. А что еще нужно для релакса? Гамак и пара коктейлей. Атмосферные тусовки. Очень много молодежи приезжает в Тулум, чтобы расслабиться и получить удовольствие. А также разные йоги и